Как IT-специалисту получить льготную ипотеку? Теперь по новому решению властей IT-специалисты могут взять ипотечный кредит по льготной ставке. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корзакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Ипотечный кредит IT-специалисту можно получить, если вы работник аккредитованной IT-компании, включенной в список Минцифры. Вы работаете по одной из этих профессий. Ссылку на список мы оставили в описании к видео. Ваш возраст от 22 до 44 лет включительно. Ваш доход в месяц до вычета НДФЛ от 150 тысяч рублей для жителей городов-миллионников. От 100 тысяч рублей для жителей других городов. Вы накопили первоначальный взнос в размере 15% от стоимости приобретаемого жилья. Сколько можно взять кредит? В городах-миллионниках это 18 миллионов рублей. В других городах 9 миллионов рублей. Кредитная ставка льготной ипотеки 5%. Важно! Ставка по кредиту может быть пересмотрена, если специалист уволится из аккредитованной IT-компании и в течение 3 месяцев не устроится в новую. Что можно приобрести? Квартиру в новостройке, в том числе на этапе строительства. Дом, в том числе можно потратить средства на строительство дома. Земельный участок с последующим строительством дома. Оплатить строительство жилого дома. Купить жилье у физических лиц по льготной ипотеке нельзя. Можно у индивидуальных предпринимателей. Распределением денег льготной ипотеки будут заниматься Дом РФ. Список банков, которые будут выдавать кредит, объявят в течение мая. Друзья, подпишитесь на канал юриста. Здесь вы найдете много полезной юридической информации.